предложил, Фидель это дело сразу же поддержал. Да. Но потом это долго, все лето прошло, в разговорах типа, да, вот Харпол как-то. Давай. Тогда вот надо Харпол организовать, там, то есть, движение, это все. Ну, кроме разговоров, дальше дело не двинулось. А потом дошли до того, что так, сам говорю, давай так, либо в сентябре начинаем это дело по холоду, когда уже можно, либо вообще больше этот разговор не заводим. В сентябре скинулись, собрали все-таки 4 человек, притянули буквально чуть ли там, ну Миша тоже сразу в тему вошел, Макса за уши притянули. Нет, я позже пошел. Ну что, в принципе. Вы начали отписываться, я сначала ничего не делал, а потом уже, когда уже, я уже подписался, когда вы уже заказали маски и перчатки. В общем, уже 4 человека было. Почему я помню? Потому что 4 пары заказывали перчаток. Сразу 4 пары перчаток заказал, думаю, уже заднюю никто не включит. Жалко, что маску не взял. Да, 4 маски заказал. Я лицом не узнал. Душные джеки радар. В принципе, попробовали первый бой провели. Первый бой был неудачный. Первый неудачный. Я отхватил, очень-очень хорошо отхватил пана Гам от Макса с кроссмана С11. Мой малыш с этого кроссмана отхватил по пальцам. Причем очень красиво, очень хорошо. Есть эксклюзивное видео. Пальцы раз. Да, видео первого боя есть. А Макс получил из самого обидного из Ижа 53. Один из тысячи. Одна зарядная. Самая мощная. Блять, и пробить ее. Это одна зарядная штука, стреляла всего один раз за всю игру. И мой малыш, скажем так, первый раз, ну не первый раз, но раз третий всего стрелял. В общей сложности. Выстрелить и попасть ему. Перчатка у него запястье. Манжета была вот такая. За малый твой попал? Да. Пришел на харпул с вот такими манжетами. Ну, разумеется, пуля, она не сколько в руку, она сколько сбегает, зацепила манжет, туда нырнула. Процарапала ему вдоль. Все. Макс после этого расстроился и больше пока что не играл. Хотя в неделю это не выиграл. Это так, первый. Я малый. С тех пор уже пошло.